И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Я сделал очень много экспонатов, где торчат руки и ноги, а Серега будет угадывать. Ну что, Серега, давай! Если не угадываешь, аниматроник тебя мочит. Понял. Это Фредди обычный. Это Бонни. Мочи его. Ну как я тебе? Классно сегодня у нас выйдет рубрика. Да. Серега будет сегодня сливаться. Все хотели, чтобы Серега часто умирал. Вот и будет у нас отместочка. Ну что, давай дальше. Давай. Это. Только у одной крячи такие лапы. Это Чик. Интересная нога. Это Фокси. Угадал. Угадал. Молодец. Молодец. Так, не мочи его, не мочи. Сегодня он старается. Так. Вот это уже интересно. Специально, ребята, поприкрашивал, как вы и просили в комментариях, чтобы Серегу максимально сильно запутать. Если вам понравится эта серия, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что мы стараемся ролики выпускать каждый день и веселые, которые поднимают людям настроение. Ну что, кто это? Воняет, да? Воняет, да-да-да. Блин, я боюсь. Это вот только два варианта у меня сейчас на уме. Кто именно, сейчас я не могу понять это. Это... Ну, давай, пусть это обычный Фредди. Молодец. Угадал. Ладно. Это, кстати, самый легкий сейчас. Дальше будет сложнее. Это той Фредди, мне кажется. Хотя я не уверен на все 100%. Стой. Давай, остаточный вариант. Зеленый цвет. Ну ты его по-любому перекрасил. Я же вижу все перекрашены. По твоей улыбке. Аниматроники все перекрашены. Каждый изменен по цвету специально, чтобы ты не мог угадывать. Зеленый цвет. Ну это по-любому ты перекрасил. Я сразу понял. Ну, скорее всего, это той Фредди. Милодец. Дальше. Красавчик. Так. Блин. А уже красная пошла на губ. Теперь вообще непонятно, от какого-то аниматроника. Эй! Эй, не видно. Я думал. Я не вижу ничего. Просто анимация лица, как будто ты прям подглядываешь туда. Если я на корточки сяду, то увижу, но так нет. Ну. Кто же это может быть? Красная лапа. Может. Бонни? Нет. Это, скорее всего, той Чика, Дима. Точно? Да, той Чика. Молодец. Давай дальше. Ля, какая лапа. Ля, крыса тут сидит какая-то. Вот сейчас, Angry Panda, готовься. Сейчас он будет погибать. Ой. Эй, не наступай на голову им там. Ой. Осторожно, новые аниматроники. Так, Серега думает. Я со всех думает, сторон так смотрю, думаю. С какого это же перепугу аниматроник? Что это за покемон? Ну? Я думаю... Спрингтрап. Мелодец, давай дальше. Заметь, я уже больше отгадал, чем ты на том видео. Так, там нема тех рэгдолов, которые в тот раз ты мне прятал, они почему-то исчезли. Короче, некоторые ребята работают в мастерской, они то появляются, то исчезают. Почему, я не знаю. Так, интересно. Кто же это? Может быть, Nightmare Freddy? Думай. Либо Nightmare Freddy... Либо аниматроник. Nightmare Bonnie. Ну-ка. Я думаю, это Nightmare Freddy. Мочи его, наконец-то, не угадал. У них руки очень похожи. Вот сейчас Серега не угадает, потому что здесь вроде бы просто, но при этом это не тот, который он подумает. Давай. Лоудинг у нас. Это страшный у нас Фокси сегодня. Прям ходит за Сережкой, хочет его замочить. Думай. Я думаю, это Голден Фредди. Мочи его! Ля-ля-ля! А они разные же. Нет, это та же Чика, что и... Или погоди. Ну да. Может, короче, ну с разных этих частей пилпака они были. Какая разница, ты не угадал, в этом был смысл, чтобы ты не угадал. Так, вот тут ты тоже не угадаешь. Сейчас уже пошли очень сложные аниматроники, которые Серега, скорее всего, угадывать не будет. Ну. Кто это? Лап...
Так, а лапы... Я, ну-ка, смерю с лапами. Давай, 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 испоганься. Я думаю, это той Бонни. Той Бонни. Точно? Да. Да. Я, Серега, здесь очень сильно напутал так, что даже будут повторяться некоторые. Да ты знаешь, кто? Ну, ты... конечно, я же специально так все сделал. Мне нравится то, что ты ее угадываешь. Так, аниматроник, пробежись кружок, размени себе суставы. Опа-па, и побежал. У нас сегодня аниматроник-робот, который управляется голосом. Блин. Ну, это будет сложно. Вот этот раз будет очень сложно. Ага. Это Найтмэр Бонни. Точно? Нет, не точно. Многоточно. Найтмэр Бонни. Не получилось, Димка. Ладно, молодец. А вот тут ты угадаешь по кисти? Ты, блин, его в голубой перекрасил. Конечно, не поймешь, кто это из аниматроников, блин. Давай, не угадывай. Я думаю, это жопа с ручкой. Нет, это не жопа с ручкой. Такого нет аниматроника. Это аниматроник Найтмэр Фокси. Точно? Многоточно. Опять? Мочи давай. На тебе по башке. Я еще так можно... На, не успел. Ладно, аж пыль пошла. А вот сейчас ты опять не угадаешь. Потому что красный. Кто же это может быть? Ну-ну-ну-ну-ну. Классно получается. Этот ролик наконец-то настал, когда мы с Серегой будем отрываться, как хотим. Аниматроник ждет. Аниматроник-убийца, он такой. Только скажи, кого замочить, он мочит. Красная рука. Ну это точно не Фокси, ты его перекрасил. Это Найтмэр Фредди. Точно? Точно, да. Молодец, хорошо. Так, тут рука, он живая, как Терминатор. Эй, привет. У тебя шевелится она тоже? Да, шевелится. Ну... Она махает, привет, ты сейчас проиграешь. Блин, ну с какого это пивпака? Уже я не знаю, с какого. Но это будет сложно. Я думал, ты это все-таки не угадаешь на Найтмэр Фокси, но ты все-таки угадал. Это Найтмэр Фредди вообще. Ой, да. Ну-ка. Рукой шевелит. Ну а кто это? Кстати, цвет оригинальный, не перекрашивал. Поломанный Спринг Бонни? Точно? Я не знаю, ну, наверное. Давай. Я пошутил, что не перекрашивал. Я перекрашивал. Я так и знал, что ты перекрасил. Главное правило в таких рубриках: никогда не верь мне. Так, тут тоже не перекрашено. Это Олд Чика по-любому. Вот по ноге сразу полю. Это Олд Чика. Точно? Сломанная старая Чика, да. На фото. Мочи его. Стопа, как? Мочи его. На тебе. Короче, сделал специально два одинаковых аниматроника. Тут высадил ногу, а там руку. И Серега, я уверен был, что назовет их по-разному. Так, вот здесь какой-то прикольчик есть, который тяжело будет тебе угадать. А тут даже так. Я угадал. Тихо, не угадывай. Ты же своих братьев и сестры знаешь. Конечно. Так, Сережка, ну кто же это? Может быть. Сейчас. Давай. Так, тут не видно. Кишки из рук торчат. Может быть, старая поломанная Чика с FNAF 2. Точно? Точно. Молодец. Так, это кто она такая? Ну. Угу. Ну? Я думаю. У кого такая нога, может быть? У двух чилипиздриков. У кого? Ну, либо у эндоскелета. Так. Либо у старого Фокси. Так. Я думаю, это эндоскелет. Молодец. Так, вот здесь уже пришли с прикольчиком. Так. Так, кто же это может быть?
Так, сравнивать ноги. Так, здесь такая нога, здесь такая нога. Ребята, вы тоже угадываете тайм-код? Пишите, и аниматроников. И кто угадает, попадет в ролик. Я думаю, да не додумаю, это Фредик из какой-то части. Просто, нет, так не пойдет, надо что-то добавлять-то. Клоновый Фредди, может. Какой? Клоновый. Оновый? Клоновый. Ага, это Фредди. Мочи его, на тебе, лежи вместе с ним, отдыхай. Прикольно, да, обманул? Классно, когда можно цвет поменять. Где это той пони разве? Ага, вот здесь. Давай дальше проигрывай. Я знал, что тут будет очень сложно тебе угадать. Ну что, кто это? Кто это? Так, красные ноги. Похоже, кстати, на его ноги. Обрати внимание, может быть подвох. Чтоб ты знал. Ты знаешь, что я могу с подвохом сделать. Ты говно опять, наверное, двух. Не, не буду ничего говорить, зря это сказал, но то ладно. Ноги одинаковые, сразу говорю. Иди. Блин, реально одинаковые. Одинаковые. Полностью. Может быть, такое может быть, да. Ну, не патроник, но ноги у них очень похожи. Цвет может искажать же размер, ты знаешь? Когда чем темнее цвет, тем меньше кажется. Когда светлый цвет, то больше. Ну-ка. Кто это? Пони. Мочи его! Отлично, аниматроник сегодня у нас справляется со своим заданием. Twisted Foxy рулит. Так, ну здесь, я думаю, тебе будет очень просто угадать. Это прям такое, лайтовенькое. Спринт-трап? Спринт-трап. Точно? Хорошо подумал? Да. Ну тут легко. Так, это кто у нас? Это горящая головашка. Кто же у нас тут сгоревший? Сережка, давай, ты сейчас проиграешь. В этот раз ты точно проиграешь. Ну-ка. Это... Сейчас, ребята, он попадется. Сейчас он попадется. Может быть, это... Ага. Жопа интересная, сгоревшая. Ну? Это Брунт Фредди. Сгоревший Фредди. Молодец, молодец! Давай дальше. Чисто ноги торчат, а вот кто... Брунт Фокси? Молодец! Я угадал, ты шо меня... Это, надо перепрограммировать, у него, Серега, винда подслетела, это сбой небольшой. Да ладно, нормально, оно же весело получается. Я помогу ему перепрограммировать его. В конце ролика поможешь ему перепрограммироваться. Есть один вариант у Сереги. Так. Большие ноги, это кто может быть? Не знаю, у кого такие ноги здоровые. Много кого такие. Ну да, я знаю, они, кстати, одинаковые. Там половина аниматроников, они такие одинаковые все. Возле окна видно голову, не подходи до окна. Я не видел. Не видь, нельзя. Вот так и смотри отсюда. Блин. Сейчас. Не подходи до ящика, ты спалишь. Нет, я не буду. Нельзя, это ничего. Если он увидит, мочи его, если он нарушит правила, аниматроник, мочи его. Да я ничего не видел. Смотри мне, смотри, аниматронику все равно, видит или нет, у него он крючок. Насадит тебя в голову. Короче говоря, у меня есть только два варианта. Да. Ноги грязные, посмотри, какие. Да, вонючие. Да. Это по-любому с FNAF 3. Так. Это, может быть, Shadow Freddy. Не знаю. У меня больше вариантов просто нет. Какой последний вариант? Shadow Freddy. Угадал. Молодец. А вот тут уже будет сложно. Вот этот аниматроник, ну реально будет очень сложно угадать. Блин, реально сложный. Такие аниматроников есть, да, и Спринт-трапа, и у Фокси, и еще там у некоторых есть. Давай. Это Спринт-трап. Точно? Точно. Да.
Ладно, ладно, давай вот эти. Ну, блин, хотел запутать, но не получается иногда. Не получается, да? Кто это у нас в хате? Той Бонни. Мочи его. На тебе. Классно, класс. Так, ну что, аниматроник, готовься сейчас, потому что все равно тебе придется его замочить. Он сейчас не угадает. Ну-ка. Погоди, это кто был? Ага. О, у них ноги одинаковые, реально. Блин, надо было мне таких аниматроников поближе ставить. Ноги одинаковые, вот блин. Ну что, ребята, в следующей серии мы будем развиваться, все лучше и лучше делать. Я теперь понял, как можно запутать. Взять аниматроников, найти всех одинаковыми ногами и тупо их запилить вот так. Это вообще нереально угадать будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Ноги у них очень похожи, но это... Да, они отличаются чем-то. Чуть-чуть. Это Визард Кэнди. Так. А это, скорее всего, Визард Синди. Такая же самая, мочи его! Я двух одинаковых поставил. Давай, давай, давай! Догоняй его, мочи! Побежал, есть! Всем привет! Сегодня у нас новая рубрика «Угадай аниматроника по части тела». Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем угадывать аниматроников. Так, давайте начнем отсюда. Потому что я чувствую, вот это я угадаю сразу. Так, давайте анализировать. Оно шевелится, как желейка. Так, 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 Сережка, это... Да, сейчас... А чё так сложно? Я думал, будет реально легче. Клянусь, думаю, сейчас зайду раз-раз и всё. Это Скрэбэйби. А почему нога похожа на Скрэбэйби? Следующий у нас экспонат с ногой. Это нога. Это нога. Спринт трап. Угадал, угадал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот и нет, это спрингборд. А, видишь, я проверял, тоже выхватил эту штуку ты. А я сегодня угадываю хоть кого-то или не угадаю, мне интересно. Давай посмотрим. Это кошмарный спринт трап. Угадал. Вот это... Подождите, подождите. Ребята, ставьте ролик на паузу, тайм-код, и давайте вместе будем угадывать. И кто угадал, попадет по-любому в следующий ролик в начале ролика. Гениально сказал. Это у нас эндоскелет... Нет, 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 нет. Это поломанный плюш-трап. А что ты? Что ты умничаешь, вздумал? Хорошо, хорошо, не угадываю. Эндотрап. Да что ты наставил таких сложных? Оно для тебя. Это веселый спринт-трап. Да блин, да как веселый, скучный, Эндо. Что вы придумывали? Это спринг-бонни обычный. Да блин, ты руку специально ему выставил так, типа, как-то странно. Машет тебе, привет передает. О, я увижу здесь здоровья кончик. Тебе. Это... Так, подождите, сейчас я опять не угадаю, что ли? Да у меня веселый спринт-трап, скучный спринт-трап, а это... Это тоже спринт-трап, Серега? Не знаю, догадывайся сам. Это... аниматроник. Нет, ладно, это не прокатывает, так я понял. Это... Да блин, я не знаю, это спринт-трап какой-то тоже. Да? Ну ладно, да, нет? И нет, и да, за это я тебе просто пинок дам. Хорошо, поджопника, давай. Ого, да. Нифига себе, на 32 хп поджопник. Вот это я знаю, кто. Ну блин, я не знаю. Я не знаю, кто это. Ой, я ему там топчусь. Это кошмарный Фокси. Да ну как по руке угадать? Это очень сложно. Блин, рубрика очень крутая, потому что я не могу их угадать. В следующий раз, ребята, кто хочет записывать с нами эту рубрику, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, будем вместе записывать ролики веселые. Golden Freddy. Угадал. Рука очень похожа. Это... Так, блин, да как угадать по ноге? Ну это же невозможно, это очень сложно. Ну я не знаю. Это... Угадайте. Ну это кошмарный... Кошмар. Ну я не... Ой, я тут вижу кусочек пуза. Это... Так как угадать кошмарный Фокси?
Нет, кошмарные хэллоуинские бони. Да ты вообще их поставили на таких поставили сложных. Хорошо, хорошо. Вообще нереально угадать. Я, получается, двоих угадал за это все время. Да. А что ты поставил хэллоуинских, там, шмалоуинских? А что, нельзя? Так я не понимаю, кто это. Я специально для этого. Это хэллоуинский Фредди. Это Nightmare Foxy. Да. Блин. Так, вот теперь я не буду спешить, мне надо реально хорошо подумать. Что это? Нога. А ты ее раздувал или нет? Нет. Это что за покемон? Мне кажется, ты ему ногу раздул чуть-чуть. Нет, а ну дай понюхай. Воняет. Так, если воняет... Неделю. Не мыл ноги неделю, ты, наверное, своего производства не мыл. Ну, мне кажется... А если кажется, креститься надо? Я тебя боюсь, ты когда рядом стоишь, отойди на один сантиметр и дальше. Вот. Нет, я на еще сантиметр ближе к тебе. У тебя зубы острые. Спину буду дышать. В животе острые. Так это ноги не у него воняют, а у тебя, походу. Нет, это ты воняешь, ты неделю не мылся. Блин, я уже боюсь, ты меня сейчас опять убьешь. Хорошо, давай тогда предположим, что это... Да блин, а вдруг это опять хэллоуинский кабака какой-то. Это... Это кошмарный Бонни. Боюсь. Ладно, ладно. Да почему это не Боня? Ну почему? Так. Ты его перекрасил, Серега? Да, я всех перекрасил. А, поэтому я не могу угадывать, что ты их поперекрашивал. Да, чтоб тебе было сложнее угадывать. А они повторяются среди всех этих аниматроников? Это уже секрет фирмы. А вдруг он не повторяется? Ну давайте сравним эту руку с эту руку. Да не, она же одинаковая, эта рука. Как? А нет, не одинаковая. А ну-ка. Да, мне не повезло в этой серии. Не повезло, не повезло. Не повезло, не повезло. Я не смогу этот голос сделать. Да-да-да, типа так. Это... Вот честно, настолько нереально угадать сложно, что даже если я скажу наугад, я уверен, я не угадаю. Ну, давайте тогда будем пробовать наугад. А наугад... Ну, блин. А можно так посмотреть сквозь ящик? Ой, я спалил. Я думал, что нельзя посмотреть. Ну, я посмотрел. Ну, я сейчас скажу, если уверен. Да, ну, я же не сказал. Давай просто попробую угадать, даже если я увидел его вид. Я, давай я попробую, что... Это хэллоуинский Бонни был или нет? Или кто это был? Нет, это не Хэллоуин. Да я даже если увидел, я все равно не угадал. Ты меня убил. Да я уже умер от этого экспоната. Еще это раз. Это уже за то, что ты неправильно отгадал. Да ну как неправильно угадал? Ну да, на по сути. Бонни. Хорошо, давай отсюда будем. Ну тебя... Я не буду подсматривать, не буду. Просто ближе руку буду смотреть. А похоже... Я пропускаю. Давай следующий. Не терни... О! Вот это обычный Фредди. Нет, это Бонни. Так, ну блин, у него нога от Фредди. Я знал, что эта рубрика будет очень сложная. Ну настолько я не знал, что она будет. Вот это... Ты его перек... Так ты же их поперекрашивал, поэтому я не могу угадать. Пропускаем. Во, обычный... Ну, блин. Ну. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень гениальное, которое заходит в тренды. Это обычный Фредди. Это Golden Boy Фредди. Ну как угадывать? Чувствую, да. Чувствую, нет. Это... Синди. Это той Чика. Так, вот рука подсказывает, чтобы вы поставили лайкосик. Лайкосик и подписались на канал. Так, осталось совсем чуть-чуть. Я, мне кажется, я ей даже эти чуть-чуть не угадаю. О, вот это... Вот, а ну у него рука похожа. Вот это обычный Фредди. Да, ну у них рука одинаковая. Ну одинаковая рука же в точь-точь. Как их можно отличить? А давайте вместе проанализируем. Четыре пальца изогнуто. И здесь четыре пальца изогнуто. Заметь, ноги
у Чики это тяпки, а у Боньки культяпки. Ну тут рука, а тут нога, ну похоже. Ну, во-первых, не угадал из-за чего. Ты ж ее, гад такой, перекрасил в коричневый дерьмовый цвет. В твой любимый. Ну я сегодня не угадаю, и это тоже, но я попробую. Это... Что у них одинаковые руки и ноги? Разработчик, зачем ты одинаковые руки и ноги сделал? Вот это... Блин, а... Ладно, это обычный Фредди. Ура! Обычный Фредди. Ну я не могу так играть, ты меня убиваешь. Мне нравится. Да ну хватит нравиться, давай не нравится. Это... Кто это может быть? Ну помогите мне угадать. Мне кажется, надо по этой рубрике стрим запускать и играть с подписчиками. Хорошо. Это кошмарный Фредди. Нет, это Чика. Кошмарная. Так, два осталось анимат... у нас два аниматроника, из которых я не знаю... О, давайте фонарик подрубим. С фонарика, может, легче будет. У кого такая ручка манесенькая? О, подождите. Это Чика. Там меньше рука, да, чем у Чики? Это тогда обычная Чика. Это той Бонни. Это той Бонни, ну блин, а. Мне кажется... Напишите в комментариях, вы бы угадали этих аниматроников? Или нет, когда у них одинаковые части тела? Последний аниматроник, вот сейчас я должен точно угадать. Ну вот как только это сделать... Взял, перекрасил. Ну, гад, а? Ну, гаденыш. Тут было тебе трудно, какашка такая. Так это же розовый цвет неугадываемый. Розовый? Догадайся, у кого есть еще розовый цвет? Ну, у тебя. Ты же можешь его подставить. У меня розовая шляпа. Так, так, так. Так, я сейчас смотрю, у кого похожая рука. Ты одинаковых не ставил, да? Не, одинаковых не ставил, разные аниматроники. Вот что, нельзя было одинаковых поставить, я бы точно угадал. Это... Такая пауза. Это... Кто это? Я не знаю, я боюсь честно угадывать. Хорошо, давай на угад. А если... Вот представьте, сейчас скажу на угад и угадаю. Это... А той Чика была, да, вот это что, Чика? Да. Той Бонни. Хорошо. Блин, это плохо. Подожди, сейчас я еще раз пройдусь. Ну, блин, я не знаю, как угадать этого аниматроника, если они... О! А, нет, не такое. И насос ты не использовал, не подкачивал им руки, да? Нет, только трех отгадал, по идее, да? Да. Хорошо, это... 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 Сейчас я за угол встану. Это Чика. Нет, нет. Да ну, Серега, ну пожалуйста, ну не убивай меня, я же чуть-чуть меня угадал трех штук. Я же трех штук угадал. Ребята, я буду выживать до последнего. Всем приветики. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем угадывать. Ребята, вы угадываете вместе с Сережкой, ставьте тайм-код. И угадывайте аниматроника. И самые первые, кто угадает аниматроников, попадут в топ-комментарии. Так, ну что, да. Серега, кто у нас первый? Так, думай, 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 воняют очень хорошо. Ноги воняют немытые. Ребята, не забываем ставить лайкосик. Подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Твой ответ Twisted Bonnie. Да. Угадал. Угадал. Хорошо, хорошо, давай дальше. Ребята, надеюсь, вы тоже угадали. Серега, не подходи близко, ты сможешь палить их. Смотри, нюхай только ноги. Твистед тоже вон по пупырышкам видит. Да, ты палишь, ты видишь, оно как-то понятно. Для начала я сделал легкие, ну а потом уже идут сложные. Твистед Фредди. Угадал. Молодец. Дальше. Блин, это с вот этого... Только ты на меню Q не чекай, вот так прям с головы все говори. Я думаю, не бойся. Вот. Конечно, я очень боюсь, очень. Это? Блин, я сейчас... Я не помню точное название этих аниматроников.
Ну и так специально я сделал, чтобы ты не знал. Я понял. Я понял, что ты специально сделал. Ну-ка порассматривай хорошо эти ласты. Так, аккумулятор, лапы какие-то здоровые, ноги вонючие, как всегда. Ребята, а вы напишите в комментах, кто же это? Это Фрогет. Милодец. Дальше. Так у них же ноги похожи, как ты угадал? Ну, ты его перекрасил, у него у самого по себе зеленый цвет. Я проверял, видишь, тоже заметил. Хорошо. Хорошо. Кто это у нас? Пока мне Серега еще ни разу не ошибся. Ну, господи, трех аниматроников угадал, а тут миллиарды еще. Его 28. А. Кто это? Я тебя понял. Так, это... Не подглядывай под я... Ой, это... Между ног не смотри. Яйца. Это? Это слоненок этот. Блин. Я забыл, как его зовут. Это? Это слон. Это не слон, Серега, ты не угадал. Это типа кота, мочи меня давай. Не-не-не, не без смертей будем сегодня. Все так будет, на интерес. Серега одного аниматроника не угадал, и это очень хорошо. Мне это радует, что Серега все-таки не сможет угадать всех. Это кто у нас? Так. Ноги похожи у них. В принципе, у всех ноги вообще одинаковые. Но перекрашены. Сложнее будет намного угадать. Так, ну-ка. Нога. Так, ну что это за аниматроник? Ну давай, угадывай, быстро. Ну я думаю, это может быть жопа с ручкой, хотя не, вряд ли это жопа с ручкой, это колобучка какая-то. Давай, 5 секунд. Может не название, а на кого он похож, тоже засчитается. Может на... Такого не знаю. На слона. Нет. Тоже не угадал. Серега уже двоих не угадал. Отлично, отлично. Следующий. Ты теперь что, будешь всех слонами называть? Не-не, Серега, вот ты пропустил. Я смотрю. А, ты издалека. Различия, да. Ну-ка. Опять скажешь сейчас слон, да? Нет, я угарнул. Бобер. И это? Это... Ну, Димка, я не знаю. Не знаешь. Ну, хоть что-то скажи, чтоб какой-то хоть ответ был. Ну, колобака какая-то. И это не колобака. Это... А кто это такой у нас? Слон. Да, слон. Это был слоник. Хорошо, Серега. Ну, а что ж ты хотел? Давайте мы их поперекрашиваем всех, чтоб вы уже знали, кто где кто. А это оригинальный цвет. Так вот, Серега пока думает, кто-то у нас. Кто, Серега, это у нас? Не знаю. Слон, что ли, опять? Опять слон? Да нет, я уже два раза слона не ставил. Это разные ноги, притом у них. Я прикалываюсь. Это? Ну, это видно, что не слон, у него нога более такая тонкая. Это может быть какой-то другой аниматроник, может быть бобер какой-то. Бобер твой ответ? Ну таких-то аниматроников нет, бобров. У тебя есть за всю серию 3 подсказки. То есть я могу 3 раза показать реальный цвет аниматроника, когда ты будешь сильно сомневаться. Блин, я не уверен, конечно же, кто это. Ну и знать не знаю, кто это. Используешь подсказку? Нет, для такого аниматроника вряд ли. Лучше уж приму поражение. Да, поражение. Вот я не знаю, кто это давал. А вот так? Ага. Уткины ноги красные. Все равно, да, не знаешь, кто это? Нет. Трудно, на самом деле, понять. А, так это свинья! Я специально так сделал, что вообще тяжело угадать. Это кто у нас? Так... Согласись, сложно угадывать. Прям сложная серия у нас сегодня. Серегу запутал. Сейчас будут немножко простые, ты угадаешь, кто. Потому что это я уже знаю, кто. Прям даже, ну, любой угадает. Но сначала этого. Кто это? Это той аниматроник какой-нибудь. А вот так вот? Той Фредди. Да. Угадал. Ну ладно, цвет показал, то поэтому ты и понял. Так бы ты не угадал. Не, я по ногам понял уже. Ой, кто это?
Да я знаю, я знаю. Так. Хорошо, это кто? Так, 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 так. Ноги интересные у него. Ну тут понятно. Ой. Ой, Серега, не надо. Удали, удали, я случайно. Вот это ты мочишь. Сейчас, ребята, бы у нас все зациклилось бы в одну сторону, был бы цирк. Это? Так, это... Ну это легко. Эндоскелет. Это Фокси, да? Фокси. Fucking shit. Че он черный? Ну ладно. Это у него ноги такие грязные. Это кто? Так, погоди. Я сравню ноги. Да, да, давай, давай, давай. Ноги воняют, как и эти. Это может быть той Бонни. Твой ответ той Бонни, да? Да. А, нет. Это Синди. Кэнди. Это? Вот это я уже не ошиблюсь. Это либо Кэт, либо Рад. Кто это? Я думаю, это Кэт. Твой ответ Кэт. Ребята, да. А вы напишите в комментариях, кто вы думаете это. Это Рад. Это... Серега, вообще сегодня совсем плохо. Ребята, а в конце ролика обязательно напишите, сколько Серега угадал, а сколько не угадал, потому что я уже сбился с счета. Кто это? Фредди. Ой, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это кучеряшка Бонни. Нет. А, да. Да-да-да, это Бонни. Угадал, угадал. Дальше. Ну, нога такая... Говняна, я понял, ты хотел сказать. Говнищем пахнет, так что я думаю, это Фредди. Молодец, Серега, угадал. А вот это ты уже не угадаешь. Ну... Фокси. Да, Фокси, скорее всего. Угадал. Это легкие сейчас тут были. Это специально тебе легкие мы даем. А это ты же не угадаешь. Это той Фредди, скорее всего. Молодец, молодец. Пошли дальше. Дальше пошли сложные. Ага. Это так, давай это труп не телепай между ног там себе. Это ты сейчас еще увидишь. Это Найтмэр какой-то, скорее всего. Какой? Или Спрингтрап. Так, либо Спрингтрап, либо Найтмэр. Ну? Это? Это... Спрингтрапушка, думаю. Ой, ой. Да. Ну ладно, даже мне было сложно угадать, я забыл уже, кто это. Дальше. Вонючая нога висит в воздухе, и это уже Найтмэр аниматроник пошел. Найтмэр. Нет, это не Найтмэр. А кто это? Это Спринг Бонни с поломанной, по-моему. Да. Скорее всего. Спринг Бонни поломанный. А нет. Не угадал, Чика. Жирная твоя ляха, Чика. Давай дальше. Это легко. Это Бонни. Точно? Это, да, Бонька. Молодец, молодец. Это? Прикольчиком у нас. Это тоже Бонни, да? Да? Да. А вот и нет. Ребята, мы специально запутали Серегу Максима. Ну это легко сейчас. Вот это дальше легкие сейчас пойдут. Это вонючий Фредди. Коричневый. Молодец. Дальше. Это Найтмэр. Нет, погоди. Я сегодня все специально покрасил в синий цвет, чтобы прям сложно было, потому что синий цвет самый обманчивый, кстати. Это? Погоди, нога у него какая? Ага. Так, нет, у них похоже. Одинаковая. Вот одинаковая. Точно? Да. Так. Ты ну, что, ты ожидаешь, что может прикольчик быть? Ну, думаю, воспользуюсь шансом, подсказку. Ага. Это... Олд Бонни из ФНАФа 2. Угадал. Разве да, Олд? Ладно, ладно, ладно. Дальше. Это легко. Ну, это прям вообще изично. Найтмэр Чика. Молодец. Так. Предпоследний. Провода торчат из ноги. Так. Ядка грязная. Вонючая. Я думаю, это? Что... Думаю, тут тоже подсказкой воспользуюсь последней. Это Golden Freddy из FNAF 2.
Разве Голден Фредди? А, ну да. Я хотел думать, что у него этот... ну да. Поламатый. Хотел сказать. Это... Нога торчит, как будто дай пятюню, я ей даю пятюню. Все, подсказки не будешь использовать, давай так угадывай. Последний аниматроник, ребята, в этой серии. Ну, я думаю, это, скорее всего, Фокси из ФНАФа 2. Молодец. Ребята, не забываем написать в комментариях, сколько Серега угадал, а сколько не угадал. И по комментариям мы уже выясним, кто выиграл, я или Серега. Но если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте, подписывайтесь на ТикТок и Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай. Правильно. Ого, стекла вылетели. Это было жестко.